Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале «Бесплатный репетитор». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист с нуля до самого высшего уровня, который так и называется «Бесплатный репетитор. Наш золотой плейлист». Отлично, друзья мои! И мы с вами сейчас переходим к практике. И вообще такая рекомендация, значит, более тщательно прорабатывать уроки. Потому что действительно материал становится сложнее. Значит, обращайте на те слова, значит, на которые мы говорили, на различные выражения. Например, платить за, pay for, и многие другие. Это очень важно, чтобы действительно, значит, было легко именно на проверочной работе, на проверочных работах. Давайте вкратце посмотрим некоторые ваши комментарии. Итак, 90% не останавливаемся, продолжаем дальше. Друзья мои, это потрясающий результат. Вот действительно сложность уже выше, и 80% и выше – это пятерка. Это пятерка. То есть 90% и выше, я считаю, это пятерка с плюсом. Вы большие молодцы, огромные трудолюбцы. Действительно. Если пока еще такого процента нет, 80%, вы можете отработать, значит, посмотреть повторно, ввести конспект, друзья мои. В общем, тренируемся. We train. Мы тренируемся. Итак, пока все успеваю 90%. Отлично, это просто потрясающе. Итак, thank you, our teacher. Значит, спасибо, учитель. Да, и здесь вот как раз комментарий. Используются знания, я так понял, из других плейлистов в дополнение к нашему вот плейлисту, соответственно, оранжевый, синий и зеленый. И здесь как раз, что удобно, что мы отмечаем, когда звуки «з», когда «с». Да, но потом, в принципе, я считаю, сейчас уже достаточно просто отмечать, когда «з», чтобы именно на это делать акцент. А поначалу мы и «з», и «с», да, это очень удобно. А теперь давайте, значит, когда «з» будем отмечать или «из». Далее, и отлично, что пишете комментарии на английском языке. I learn English very intensively because I have big motivation. I want to understand native speakers. I really like this playlist. Thank you so much. Значит, можно говорить thank you very much, спасибо большое, или тоже thank you so much. Дословно, спасибо тебе так, so much, сильно. Thank you so much или thank you very much. Тоже допустимая фраза. Действительно, видите, важно понимать носитель языка, но мы к этому стремимся, не все сразу, многие хотят все сразу, английский, не знаю, там, за 5 часов, за 15 часов, говорю, давайте за 5 минут или за 5 секунд скажем. Но мы с вами выбрали другой основательный подход и идем к нашим целям. Значит, вы идете к своей цели, к своей мечте. Итак, проверяем знания. Я думаю, это работает. Я думаю, I think, это, it, работает, works. I think it works. Он обычно платит за нее. Он обычно, he, usually, платит, pays за нее, за, for, нее, her. He usually pays for her. Она хочет жить в России. Она хочет, she wants, жить, to live, в России, в, in, Россия, Russia. She wants to live in Russia. Я живу в России. Я живу, I live, в России, in Russia. I live in Russia. Он обычно ест дома. Он обычно, he usually, ест, eats, дома. At home. He usually eats at home. Он обычно платит. Он обычно, he usually, платит, pays, he usually,
Пейзе. Он понимает, как это работает. Он понимает. He understands, как, how это работает. Это, it, работает, works. He understands how it works. Он контролирует это. Он, he, контролирует, controls, это, it. He controls it. Я вижу, как он делает это. Я вижу. I see. Как. How. Он. He. Делает. Does. Это. It. I see how he does it. Я вижу, он понимает это. Я вижу. I see. Он понимает. He understands. Это it. I see. He understands it. I think it works. He usually pays for her. She wants to live in Russia. I live in Russia. He usually eats at home. He usually pays. He understands how it works. He controls it. I see how he does it. I see he understands it. Я обычно делаю это дома. Я обычно, I usually, делаю это, do it, дома. At home. I usually do it at home. Все эти вещи реально работают. Все. All. Эти. These. Вещи. Things. Реально. Really. Работают. Work. All these things really work. Я обычно ем это. Я обычно, I usually, ем, eat, это, it. I usually eat it. Я получаю реальные знания, когда я изучаю английский здесь. Я получаю. I get. Реальные. Real. Знания. Knowledge. Когда. When. Я. I. Изучаю английский. Learn English. Здесь, here. I get real knowledge when I learn English here. Он получает очень большие деньги. Он получает. He gets очень, very большие деньги. Big money. He gets very big money. Я чувствую себя счастливым, когда вы также чувствуете себя счастливыми. Я чувствую себя.
I feel счастливым. Happy. Когда? When. Вы. You. Также. Also. Чувствуете себя? Feel счастливыми. Happy. I feel happy when you also feel happy. Мы думаем так. Мы думаем. We think. Так. So. We think so. Я обычно плачу за это. Я обычно. I usually плачу, pay за, for это, it. I usually pay for it. Он получает эти деньги. Он получает. He gets эти деньги. Эти. This. Деньги. Money. He gets this money. Она хочет выпить чаю. Она хочет. She wants выпить. To drink чай, tea. She wants to drink tea. I usually do it at home. All these things really work. I usually eat it. I get real knowledge when I learn English here. He gets very big money. I feel happy when you also feel happy. We think so. I usually pay for it. He gets this money. She wants to drink tea. Она видит, эти уроки реально помогают. Она видит. She sees. Эти уроки. These lessons. Реально. Really. Помогают. Help. She sees these lessons really help. Они контролируют эти вещи. Они. They. Контролируют. Control. Эти. These. Вещи. Things. They control these things. Он хочет выпить кофе. Он хочет. He wants выпить. To drink кофе. Coffee. He wants to drink coffee. Я вижу, как это работает. Я вижу. I see. Как. How. Это работает. It works. I see how it works. Я чувствую себя счастливым. Когда вы чувствуете себя счастливыми? Я чувствую себя. I feel счастливым. Happy.
Когда when вы you чувствуете себя feel счастливыми. Happy. I feel happy when you feel happy. Они думают так. Они думают. They think. Так. So. They think so. Она обычно пьет кофе. Она. She. Обычно. Usually. Пьет. Drinks. Кофе. Coffee. She usually drinks coffee. Он хочет посетить Россию. Он хочет. He wants посетить to visit Россию. Russia. He wants to visit Russia. Она хочет посетить эту страну. Она хочет. She wants посетить to visit эту страну. Эту. This страну. Country. She wants to visit this country. Она живет в России. Она живет. She lives в России. In Russia. She lives in Russia. She sees these lessons really help. They control these things. He wants to drink coffee. I see how it works. I feel happy when you feel happy. They think so. She usually drinks coffee. He wants to visit Russia. She wants to visit this country. She lives in Russia. Я хочу пить. Я хочу. I want пить to drink. I want to drink. Она видит, я понимаю это. Она видит. She sees. Я понимаю. I understand. Это it. She sees. I understand it. Я думаю так. Я думаю. I think. Так. So. I think so. Я обычно изучаю английский дома. Я обычно. I usually изучаю английский. Learn English дома. At home. I usually learn English at home. Он думает так. Он думает. He thinks так. So. He thinks so. Он думает, это реально помогает.
Он думает, he thinks, это it реально помогает. Реально. Really помогает. Helps. He thinks it really helps. Я обычно I usually плачу pay. I usually pay. Он понимает это лучше. Он понимает. He understands это it лучше. Better. He understands it better. Я хочу есть. Я хочу. I want есть. To eat. I want to eat. Я обычно ем эту еду. Я обычно. I usually ем. Eat эту еду. Эту. This. Еду. Food. I usually eat this food. I want to drink. She sees. I understand it. I think so. I usually learn English at home. He thinks so. He thinks it really helps. I usually pay. He understands it better. I want to eat. I usually eat this food. Я получаю эти знания здесь. Я получаю. I get эти знания. Эти. This. Знания. Knowledge. Здесь. Here. I get this knowledge here. Он иногда платит за это. Он иногда. He sometimes платит. Pays за это. За. For это it. He sometimes pays for it. Я ем эту еду. Я ем. I eat эту еду. Эту. This. Еду. Food. I eat this food. Я хочу есть сейчас. Я хочу. I want есть to eat сейчас. Now. I want to eat now. Это реально работает. Это it реально. Really работает. Works. It really works. Я обычно плачу за это онлайн. Я обычно. I usually плачу. Pay за это. За. For это. It. Online. Online. I usually pay for it online.
Я хочу контролировать это. Я хочу. I want контролировать to control это it. I want to control it. Я хочу выпить сок. Я хочу. I want выпить to drink сок. Juice. I want to drink juice. Я обычно пью чай. Я обычно. I usually пью drink чай. Tea. I usually drink tea. Он работает каждый день. Он работает. He works каждый день. Every day. He works every day. I get this knowledge here. He sometimes pays for it. I eat this food. I want to eat now. It really works. I usually pay for it online. I want to control it. I want to drink juice. I usually drink tea. He works every day. Мы получаем реальные знания, когда изучаем английский здесь. Мы получаем. We get реальные знания. Реальные. Real. Знания. Knowledge. Когда. When. Мы изучаем. When we learn английский, English здесь, here. We get real knowledge when we learn English here. Я хочу выпить чай. Я хочу. I want выпить to drink чай, tea. I want to drink tea. Он понимает все эти вещи. Он понимает. He understands все, all эти, these вещи. Things. He understands all these things. Я хочу посетить те страны. Я хочу. I want посетить to visit те those страны, countries. I want to visit those countries. Мне нравится та еда. Мне нравится. I like та, that еда, food. I like that food. Она думает так. Она думает. She thinks так. So. She thinks so. Мне нравится эта еда.
Мне нравится. I like это. This еда. Food. I like this food. Мы контролируем все эти вещи. Мы контролируем. We control все, all эти, these вещи, things. We control all these things. Я хочу посетить этот город. Я хочу. I want посетить to visit этот город. Этот. This город. City. I want to visit this city. Я понимаю, как это работает. Я понимаю. I understand. Как? How? Это работает. Это. It. Работает. Works. I understand how it works. We get real knowledge when we learn English here. I want to drink tea. He understands all these things. I want to visit those countries. I like that food. She thinks so. I like this food. We control all these things. I want to visit this city. I understand how it works. И видите, наверное, вы обратили внимание, видите, глагол drink, то есть переводится и как, значит, пить, выпить, попить, то есть это все один глагол. То же самое, например, как do, это делать, сделать, тоже это имеете в виду. Значит, друзья мои, отлично, действительно, вы огромные трудолюбцы. We continue this very important playlist. Thank you.